Я всех приветствую на своем канале. Сегодня я вас везу на прогулку в интересную деревню, которая считается самым бедным местом во всей Великобритании и самым плохим местом, где вы могли бы здесь жить. Но сначала мы по дороге зайдем за мороженым. Вот этот магазин мы зашли по дороге. Он считается дешевым магазином. Lidl называется. Тут такой бюджетный товар. Нам шопинг делать не нужно, нам только купить надо мороженое и водички попить. Кстати, обратите внимание, цены тут стоят не около товара, а сверху над товаром. Вот, допустим, что вам показать, вот морковь, например, стоит 45 пенсов, а лежит она под ценником. Вот, например, лук, рядом ценника нету, а все ценники будут сверху. И вот в магазинах бюджетных я заметила такая система. Free range — это такое яйцо от курицы, которая была на свободе. Lidl относится к категории бюджетных супермаркетов. Он дешевле, чем Waitrose, чем Tesco, чем Sainsbury's. Тут есть промтовары тоже. Видите, если вам нужны какие-нибудь тазики, чайники, лампочки, дешевая обувь, одежда. Тут все можно найти. Ну, естественно, бюджетное все. No. Nice color. Mm-hmm. They have a floral design. Mm-hmm. А вот так вот в бюджетном магазине продается одежда. Трусы, носки, шорты, другие мелочи. Сначала, конечно, все было в упаковках, но люди порылись, и вот получается такой бардак. Хотели купить пломбир, и видите, не везет, разобрали. Тут каждую неделю проводится неделя какой-нибудь страны. То немецкий товар, то итальянский, видите, восточноевропейское мороженое, но не повезло. Халва продается, тоже рассчитана, скорее всего, на восточноевропейцев. Польский мед. В этом магазине дешевый алкоголь. Наверное, самый дешевый в этой стране. Видите, алкоголь всякий разный. Начиная от пива и кончая не знаю чем. Может быть, виски, водка, наверное. Мы сейчас пойдем заплатим за водичку. И смотрите, новости последние, газеты. У нас тут много всяких новостей последних. А вот сейчас мы с вами въезжаем в самую бедную деревню Великобритании. Это официально считается самым плохим местом для жизни в стране. Здесь большая безработица. В этой деревне плохие дороги, плохое жилье, есть большая проблема с алкоголем, с наркотиками. Ну, все это взаимосвязано, конечно. Ну, в общем, считается самым плохим местом официально. Кстати, эта деревня даже такой стала известной, в нехорошем смысле этого слова, когда Дональд Трамп использовал... Ну, точнее, его сторонники, когда организовывали его предвыборную кампанию, они использовали фотографии дорог, домов вот из этого места. И говорились такие лозунги, как: если вы не будете голосовать за Дональда Трампа, то жизнь у вас будет вот такая вот. И показывалась жизнь здесь. Это вызвало бурю негодования у местных жителей здесь, потому как многие очень гордятся этим местом. Здесь выросли сами они, жили их родители, и многие даже не хотят отсюда уезжать. А мы, кстати, уже подъезжаем к парковке. Я
я сейчас в раздумьях. Слева машина с побитым лобовым стеклом. Паркуюсь и думаю, стоит оставлять здесь машину на парковке или нет. Я когда выйду, если решу оставаться здесь, я сниму эту машину молча. Припарковали, оставили машину на стоянке. Надеюсь, ничего с ней не случится. А с вами мы пройдемся по этой деревне, и я вам расскажу про нее. Деревня называется Джейвик. Находится она у нас в Эссексе. Это приблизительно 97 километров от Лондона. Мне вот сюда ехать 28 приблизительно минут, иногда 30 минут. Мы тут редко бываем, но тут замечательный пляж. Мы потом на него посмотрим. Ну вот так вот получилось, что в благополучном Эссексе вот такое вот самое худшее в стране место. И мы сейчас с вами попытаемся вместе разобраться, почему же так получилось. Я вам объясню. Еще в 19 веке на этом месте стояло только несколько домиков и все. Место тоже называлось Джейвик. До 19 века называлось немножко по-другому, но похоже на слово Джейвик. Земли, на которых находится Джейвик, непригодны для сельского хозяйства. По-английски они называются salt marshes. По-русски, по-моему, это слово солончак, солончаки. И еще вот эта территория очень подвержена наводнениям. И в 1929 году этот участок земли покупает один предприниматель, звали его Фрэнк Стэдман. По-видимому, этот участок был не очень дорогим, потому что непригоден он для сельского хозяйства, да еще тут может быть потоп. И он решает построить на этом месте курорт. После покупки этого участка бизнесмен этот разворачивает строительство, и очень быстро здесь появляется масса маленьких дешевых домиков. Этот домик вот новый, а все остальные старые домики, которые были и построены в 30-х годах, в 28-м, в начале 30-х, строятся они на скорую руку, очень быстро, из некачественных материалов. И в 30-х годах это место становится настоящим курортом, в основном для рабочего класса. Еще Фрэнк Стэдман хотел привлечь сюда автомобилистов, поэтому он дал название этому поселению Бруклендс, в честь знаменитой гоночной трассы того времени, а улицы получают название популярных машин того периода. Вот таким вот способом он хотел привлечь сюда владельцев автомобилей. Когда строили этот курорт, строили временное жилье, которое не предназначалось для того, чтобы люди жили там постоянно. Вот начинается Вторая мировая война, и людей просят освободить эти помещения, люди выселяются. Но после войны нехватка жилья острая, и разрешают семьям заселиться сюда. Заселиться только временно. Но люди заселяются, а потом отказываются выезжать. И вот таким вот образом получилась вот такая проблема. Люди заселились и остались. Власти просили людей неоднократно выселиться, они собирались улучшать Джейвик, но люди ни в какую и не собирались уезжать отсюда. Но сейчас, вот видите, вдали маленькие такие домики,
тут начинают строить новое жилье. И после 86 года здесь стали строить защитные сооружения, которые в будущем могут предотвратить наводнение. После 86 года уже не один проект провели. Последний проект по защите был в 2009 году. По-моему, привезли 40 тысяч тонн камней из Норвегии. Морем привезли сюда и положили вдоль берега в воде. Мы придем туда, посмотрим. Последнее наводнение здесь было в 1953 году. И тогда погибло здесь 37 человек. Но даже после наводнения никто отсюда не уехал. Видите, как упрямство может погубить. Я надеюсь, вы обращаете внимание на все, что мы проходим. Вот обратите внимание, очень часто что-то сгоревшее здесь, окна выломаны. Выглядит, конечно, устрашающе. Многие здания, видите, матрасы лежат. Я буду периодически замолкать, если я буду встречать людей. Я думаю, в момент постройки домики были все похожие. Потом уже люди делали, что хотели, кто во что горазд. Поэтому, получается, каждый домик выглядит по-разному. Видите? Сады какие, в горшках все сидит, земля плохая. Давайте пройдем в центр этой деревни и посмотрим, что там есть. Думаю, что мало что тут есть. Ну вот почта есть, это очень важно. На почте можно купить какие-то мелочи. У них тут есть маленькие пару магазинчиков, насколько я знаю, совсем маленькие. А ближайший супермаркет, скорее всего, тот, который мы проезжали, Lidl. Тут нету поблизости ни Waitrose, ни Tesco, ни Sainsbury's. Давайте минутку только пройдем, посмотрим. Я хотела глянуть вот на это здание, которое слева, с красной дверью. Выглядит новым и таким приличным по сравнению со всеми домами, что мы тут видели с вами. Большой такой дом, сравнительно новый, наверное, и видно, что построен не на скорую руку. В принципе, тут нечего смотреть. Возвращаемся обратно к морю. Я вам покажу саму береговую линию и как же выглядит здесь пляж. Пляж тут нам очень нравится, и я знаю, что этот пляж нравится очень многим людям и приезжают даже издалека, чтобы поплавать. Очень приятное дно здесь, не глубоко. И вот по сравнению, например, с пляжем в городе Олборо, в благополучном городе Олборо, мне кажется, здесь намного приятнее поплавать. Вот когда жара, температура воды приблизительно 24 градуса, и море не глубокое, и песочек очень приятный на дне. Мне кажется, здесь в 1000 раз лучше, чем на всех пляжах, вот которые у нас находятся на юго-востоке Англии. Смотрите, какие пальмочки разные. Перезимовывают они отлично. И вот маленькая тут табличка информации. Я хотела вам показать береговую линию. Сейчас поближе подойду. Смотрите, вот этот вот песочек привозили и насыпали. И такие черные линии в воде находятся. Это там, где лежат валуны. Мы пойдем и посмотрим сейчас с вами укрепление.
Смотрите, какой якорь. Такие в антикварных магазинах продаются. А домики здесь немножечко отличаются вот от тех домиков, которые мы раньше проходили, и выглядят немного более ухоженными. Тут уже видно, что люди немножечко побогаче живут, тратят деньги на то, чтобы там покрасить дома. Кстати, здесь сейчас можно купить дом, дома тоже продаются. И самый маленький, некрасивенький, знаете, сколько стоит? Стоит приблизительно в районе 150 тысяч. Есть дороже, есть чуть-чуть подешевле, буквально там на пару тысяч. Подводя итоги, вот думаю, кто же тут живет? Я бы разделила всех на три группы. Одна группа людей – это те, кто живет здесь и не имеет много денег. Люди, которые живут на бенефиты, на пособия, и у них это единственное жилье. Вторая группа – это те, кто приезжает к морю, как на дачу, и у них вот такой вот домик стоит. И третья группа – это те, кто вложил деньги как инвестицию. Смотрите, кто-то пытался разломать эту табличку. Смотрите, как от моря смотрятся эти домики. Везде растут колючки, предупреждают везде таблички о том, что сыпучий песок здесь, и нельзя лазить на камни и так далее. Не поскользнуться, в общем, чтобы не было никаких несчастных случаев. Давайте к морю подойдем. Море красивое, мне здесь очень нравится. Береговая линия, песочек приятный. Сейчас тучки немножечко налетели, но даже с тучами очень красивый лазурный цвет моря. И приятно здесь идти. Знаете, я вот иду и думаю, знаете, о чем думаю? Вот смогла бы я так вот идти спокойно с камерой, снимать, рассуждать в самом неблагополучном районе Америки. Вот подумайте, смогла бы я? Мне даже смешно. Конечно бы не смогла. О чем вообще те, кто делал предвыборную кампанию для Трампа, думали? Я еще вам не показала весь пляж, мы еще дальше пройдем в другую сторону и покажу, какой он тут разный. Тут есть и с галькой пляж, с очень мелкой галькой, с песочком, и песочек тоже тут разный. Вот этот вот песок, кстати, весь сюда в 2009 году привезли. Песка привезли 250 тысяч кубических метров, а валунов 40 тысяч тонн. Валуны привезли из Норвегии. Кстати, потрачено было 10 миллионов на валуны и песок. Смотрите, вот какой пляжик интересный. Видите, за валунами. Давайте попытаемся зайти туда. Во время прилива, конечно, вот этот маленький пляж уйдет под воду. Но сейчас он открыт. Давайте пройдем. Вот очень уютный маленький пляжик. Приятно тут посидеть, поплавать. Здорово, правда? Ну вот эти валуны не просто так разбросаны здесь. Они тут стратегически разложены, и это разбивает волны. И риск затопления снизился после вот этих вот всех мер. Песок и камни. И этого пока достаточно для того, чтобы предохранить Джейвик от затопления. Давайте дальше еще пройдем. Еще вам покажу один пляж, который мне очень нравится. Смотрите, вот тут вот песок с галькой и более открытое море с двух сторон. Видите, защитные сооружения из камней. Видите, справа, слева. Камни там лежат. Но море здесь более открытое, поэтому
волна тут выше. А сейчас мы пройдем дальше, и я вам покажу еще один вид пляжа здесь, который мне очень нравится. А вот для таких пловцов, как я, самая хорошая часть пляжа. Видите, линия камней параллельно берегу. И получается здесь самое спокойное море. Тут прямо как в вашей ванной. И очень теплая водичка. Из-за того, что тут мелко. В общем, здорово. А я с вами прощаюсь. Всего самого хорошего. И пока-пока.